что, это первый выпуск, посвященный проекту DreamBus. Антон, не уезжай, мы ждали тебя, чтобы начать снимать. Потому что мы, наконец, все вместе, все втроем собрались в местечке, в таком променадном, прогулочном, на берегу Санта-Моники, ну, рядом с побережьем Санта-Моники. И мы, наконец, садимся в какую-нибудь кафешку, чтобы обсуждать, где же мы купим автобус, где же мы остановимся, потому что у нас тоже на вечер нет жилья. Ну, это как всегда, в общем-то. О, healthy food мы нашли, супер. Сегодня будет положено начало, первый выпуск, первый день непосредственно проекта DreamBus. И все, сегодня у нас 27 апреля 2016 года. Можно официально считать эту дату первым днем проекта DreamBus. Мы зашли в салон Tesla. Нам надо сделать вид, что мы хотим ее купить, видимо, чтобы посидеть внутри. Вот так, можно взять. Видео делать как бы нельзя, но мы его все равно сделаем. Тут целый серьезный компьютер внутри стоит. Ну что, мы на пирсе Санта-Моника. Именно здесь заканчивается Route 66, маршрут 66, дорога 66. А Антоха решил узнать свою судьбу. My name is Zoltar the Gypsy, and I have some words of wisdom to bring you much happiness. Wow, fortune, удача. Что пишет-то? Как здорово смотреть вперед и читать знаки будущего. Хорошо будет, чувак. Наверное, все будет круто. Очень много крутого, да. Ждем. Happiness, счастье, fortune, удача. Absolutely awesome. Everything will be alright. Все, дальше будет круто. 30, 31, 42, 12, 9. Для тех, кто лотерейки любит. Да, для лотерейщиков. Короче, нужно взять отсюда цифры и... Для всех любителей лотереи. 11, 30, 31, 42, 12, 9. Только сегодня ставьте на это все. А едем в сторону нашего дома, где мы будем переделывать автобус. Непосредственно выбираем сейчас автобус. И пропитываясь американским духом, мутим этот проект. Такие чисто американские мотели по пути. Очень круто и очень прикольно. Чё, куда едем? Первый наш мотель в Америке. Первый мотель в Америке по пути к нашему дому, где мы будем переделывать автобус. Мы сидим в Старбаксе и три макбука. Пишем нам дом для жизни, пока мы переделаем автобус. Дом на... Пишем дом нам на месяц. Ребята ржут, угорают. Антон, что за дом мы нашли? Ты покажи картинки. Картинки. Покажи хозяйку. Это хозяин. А что? Это я с Чебудинов. Можешь это вырезать? Нет, это цельная программа. Вы думаете, что в пути мы питаемся чипсами? Нет, это только Антон. А мы на самом деле с Серегой едим такие вот боксики, запакованные овощи. Мы все время теряем боксики и все время покупаем новые. У нас вообще круговорот боксиков в природе. У одного берем, где-то оставляем. Так вот и едем по Америке. Мы добрались до дома, где, скорее всего, будем жить. И здесь вот будем ремонтировать наш автобус. И это первый раз, когда мы в него заходим. Такие все в платьишках, в шортиках. Комбо-ключ Чинаторе.
То есть ты просто вбиваешь код, он вываливается, и там внутри ключ. Да. Ну что, вы готовы? Наверное, растрёпанная вся. Тут есть камин. Тебе хорошо? Круто здесь. О, свет. Давай, врубайся. Давай. Шишечки. Все бегут наверх, мы тоже бегут. Твоя где? Та, что поменьше. Та, что поменьше. Три кровати выходят. Это ванная. Привет всем. И, видимо, эта комната тоже. Это тоже крутая. Воу, вот это гардероб. Вау, так тут поместится целая команда. Операторская группа. Внизу. Внизу можно. Так уютно. Прикольно. Побольше света. Давай ныряй, посмотрим, честно. Хотя нет, вряд ли уж. Ты не влезаешь. Здесь будет стоять наш автобус. Будем его ремонтировать. Мы еще не знаем. На самом деле, мы сегодня думаем над тем, оставаться здесь на месяц или нет. Еще мы уже успели обойти дом вокруг, посмотреть, зайти внутрь, уйти с другой стороны. Мне кажется, он крутой вообще в целом. Кухня самая главная крутая, есть большой ход. Даже игры есть. А камин здесь можно зажигать? Да. Ну что вы думаете? Самое лучшее думаю. Я думаю, то, что для автобуса это отлично. О, шахматы! Это первый бонус. Короче, тут это как домик, который вот в фильмах, заснеженные горы, одиночный домик, но можно читать книжки, играть в шахматы, возле камина. И строить автобус. Узнаю, что здесь будет ночью. Поворот не туда просто. В общем, ребятам очень нравится, что здесь можно готовить. Серега, тебе нравится, что здесь можно готовить? Да, здесь огромный холодильник, где будет очень много продуктов с едой. Здесь ковер, где можно пластилок и спать. Так, напьюсь от такой. Антон, у нас цивилизованное ЗОЖ-путешествие. Какое у нас не спят. Самое любимое, мне кажется, для Антона сейчас будет за гараж. И ему там предстоит прожить месяц. Тем более, он научился открывать его. Научился не закрывать. Опа, научился не закрывать. Ух ты. Все уже повесится даже. Ну. Давай. Да-да-да-да. О! Вот это можно. Ну, в общем, круто. Я смогу кого-нибудь повесить. Подожди, а еще тут впереди есть? А, да, собственно, вот здесь мы планируем поставить автобус. Антон предложил по диагонали вот отсюда его поставить. И до... До туда, где он закончится. Так, тест интернета нужен. Давайте, что у нас есть? Здесь мой телефон, а где баланс? Мой телефон. От этого зависит, остаемся мы в этом прекрасном доме или нет. Остаемся. Пинг крутой. Пинг коротенький. Хорошо. Три ключа. Короче, мы пошопились немножко на ближайшее время, чтобы покушать было что. Вот. После заезда в наш дом, где мы будем переворудовать уже все и делать. А сейчас, возможно, у нас появятся деньги на автобус. Или на PlayStation в автобусе. Короче, тут еще есть второй, ну, типа, читерский ход, если ты сам не нашел, ты подходишь к этой на кассу, просишь пробить. И что-нибудь выиграл, они, да? Типа, да, они сканируют, и там, если что-нибудь выиграл, у них автоматом все записано. Are you a winner? I don't know, but let's see. Yeah. Ну, не сегодня. Why? Ребят, ну, сложно, на самом деле, описать словами, куда мы приехали, где мы поселились. 2000 метров над уровнем моря – это горы. Это офигенный сосновый, я так понимаю, лес. Просто чума.
Это реальный такой локал городок внутри Америки. И тут просто все, что нужно для цивилизации. Тут офигенно быстрый интернет. Тут большие магазины с таким количеством товаров, что, я не знаю, даже у нас в этом в Азбуке Вкуса в Москве столько можно не найти. Тут огромные тут шишки. Они пахнут вкусно как-нибудь? А, они колючие. А, точно. А, больно. В общем, они агрессивные колючие, шишки здесь. Агрессивные большие шишки. Идите, смотрите, как круто. В каком месте мы живем. Что это? Это командировка в Техас. Для Антона. Что это, Антон? Это автобус. Это наш автобус. Это наш автобус. Но это автобус, который, может быть, станет нашим уже через 1-2 дня. Правда, надо ехать в Техас. Но Антон уже решился. Вкусный ужин был, Сереж. Любимая приготовила такой вкусный ужин. Кстати, есть такая тема, что если... Вкусный ужин был. Да, очень вкусный. Любимая. Ребята уезжают за автобусом. Я прощаюсь с ними. Они уезжают в Техас покупать автобус. Они оставляют меня одну. Едем в Техас, оставляем Галию в солнечной Калифорнии. Они оставляют меня в солнечной Калифорнии. Смотрите, как здесь круто. Здесь лес, вода, снег на машине. Всем пока, валите.